Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю играть в Цивилизацию 6, и в прошлый раз я победил Конго. Теперь мне нужно побеждать Испанию и Бразилию, и на этом эта партия наконец-то закончится. Вот что мне не нравится, в принципе, в Цивилизации, ну не то чтобы не нравится, но, в общем, обычно я на этот момент уже забиваю на партии, потому что уже понятно, что проиграть здесь у меня вряд ли получится. Так что если бы я это все делал не для записи видео, то я бы уже забил и начал что-нибудь новое. Но тем не менее, я доиграю. Раз уж видео и все тому подобное. Хочу ли я здесь ферму построить, кстати? Я уже не помню. Может быть. Ну, все равно больше там пока что делать нечего. Потом, может быть, я там какой-нибудь район построю, но это потом. Окей, у меня там варвары что-то разграбили где-то. И это нехорошо, и также жилья не хватает, и да, университет был разграблен. Но... Черт. Ладно, интерфейс все еще кривой, как абсолютное говно. Ну окей. Там сейчас построится мотопехота, которая сможет разобраться со всем этим. Здесь построился археолог, который не сможет разобраться со всем этим, потому что он не для того... Промышленная зона. Что-то такое было, да. А, стоп, где она была? Я не уверен, где она была и зачем она была. А, вот она была, точно. Я туплю. И здесь она окружена тремя... тремя этими... Я помню, что она была окружена тремя... рудниками, и потом там будет еще четвертый на этих холмах, потому что это тоже холмы, и на них тоже, по-моему, можно что-то построить. Да ладно. Пока что стадион, чтобы повышать довольство. Здесь вертолет просто стоит. Видимо, да. Откуда там арбалетчики? Оттуда пришли, что ли? Ладно, неважно. Так, город, расстреляй все. Арбалетчиков эти чуваки спокойно убьют, и мотопехота пойдет убивать лагерь варваров. Потому что он бесит. А город здесь будет... Нет, не получать великого человека. Двух послов и боевая мощь очки перемещений. То есть это то же самое, что у меня и так есть, только... Другой генерал, который делает то же самое, только круче и немножко позже. Ну, пусть будет, но он мне не очень нужен. В общем, город будет строить рабочего, потому что нужно... А, нет, чинить нужно этой фигней. Черт. Тогда чинить. Рабочим чинить было бы более эффективно. Этого генерала, наверное, тоже сюда куда-нибудь подогнать стоит. И здесь торговец кончился. Я не хочу его отправлять в сторону Испании, потому что я с ними воевать скоро буду. Так что я отправлю его в Сеул. Ракетный крейсер. Почему он здесь? Он здесь отхиливался или это другой? Видимо, он здесь отхиливался. Ну ладно. Создать флот. Да. Museums are on the front lines of the fight for culture, of good with evil. In any case, the fight against platitudes and primitiveness. Okay. Не уверен, зачем я его строил. Там, наверное, есть слоты для искусства, так что я могу туда отправить, да, определенно, могу туда отправить своего художника, чтобы он там что-нибудь сделал. Но кроме этого не уверен, зачем оно мне. Космопорт, может быть, имеет смысл. Или, с другой стороны, какой-нибудь там стадион тоже, может быть, имеет смысл. Или, может быть, имеет смысл какой-нибудь театральная площадь, чтобы там еще какие-нибудь музеи построить. Я даже не знаю. Для начала стадион.
Потому что его в любом случае можно. Ну что, мотопехота? Да, мотопехота все выносит. А эти чуваки пусть станут вертолетом. Что где случилось? А. Там все случилось. Хм. Что бы с этим мне сделать? Я могу купить не клетку, а юнита какого-нибудь, скорее всего. Например, я не знаю. Мотопехоту то же самое. Или танк. Я на это потрачу почти все свои деньги, но я куплю танк. Окей, и он здесь все убьет. Он может. А проект здесь же. Допустим, арена. Там пусть довольство будет в плюсе. И здесь, наверное, университет. Где-то вообще кампус? Там кампус. Почему он... Ну, он все дает, да, 27 всего науки. Но при этом он дает плюс 14. Хм. А, плюс 14 он дает, наверное, потому что тут стоит Великая Библиотека, нет? Она не дает бонус кампусу. Не уверен. Ну ладно, неважно. Плюс 14, так плюс 14. Не буду спорить. Вау. Опс. Мисклики. Художник. Рисуй. И где оно? Здесь оно. Угу. Три культуры, два туризма. Сойдет. While the Colosseum stands, Rome shall stand. When the Colosseum falls, Rome shall fall. When Rome falls, the world shall fall. Окей. Так, время достроились бомберы, и можно построить стадион, наверное. Хотя тут и так все с довольством в порядке, вроде бы. А с жильем все не совсем в порядке, так что может быть пригород. В пустыню куда-нибудь, где он 5 даст, при том, что сама пустыня ничего не дает. Ну, хотя с жильем тоже все более-менее окей, то есть его впритык, но хватает. Пока что штрафов нет. На следующем жителе будут штрафы, но это через 35 ходов, так что как-то пофиг. Но кроме этого строить особенно нечего. Эйфелева башня плюс 2 к престижу не очень полезно. Это что-то там для веры, что вообще пофиг. Мне ее уже почти 6000, что я могу купить за веру? Ничего хорошего. Тут тоже вера. А тут все имеющиеся юниты получают дополнительный уровень. Звучит полезно. Я потеряю ферму, но я думаю, это не будет серьезной проблемой. На ней, скорее всего... Нет, надо же, на ней есть житель, что? У меня тут везде есть жители, окей. Ну ладно, пофиг. Один уровень всем юнитам, это довольно полезно. Здесь с жильем все окей, и с довольством тоже все окей. Фаровский маяк. Плюс один перемещение для всех морских юнитов. Так себе. Да, это все не очень помогает. Ну, пусть построит, я не знаю, танк. На будущее. И здесь... По-моему, здесь не колосс достроился, а что-то другое.
Опять же, строить особенно нечего. Юнитов. Только юнитов. Лаборатория. Может быть полезной. Вполне. Ты рисуй еще. То же самое, три туризма. Точнее, три культуры, два туризма. Нормально. Теперь у меня культуры хотя бы адекватное количество. Окей. Тут можно просто пострелять. Не нужно даже двигаться. И тут можно тоже догнать и убить. Вроде больше нигде варваров нет. Отдых. Торговец. Я пока что не планирую воевать с Бразилией в ближайшие там 20 ходов. Но с другой стороны, лучше сделать так и получить посла. Бомбардировщик можно перебазировать на авианосец. И этих чуваков можно загнать куда-нибудь сюда и отхилить. Окей. Это ничего не дает, это просто повышает мой счет. Стоп, у меня есть какие-нибудь... Нет, здесь я, да, я все закончил. То есть у меня только технологии будущего есть. Их можно повторно изучать. По-моему. Или... Да. Определенно можно. А, великий инженер. Плюс один престиж всем клеткам, на которых расположен. Это довольно тупо. Отказаться. Не уверен, что это было хорошей идеей, но пофиг, отказаться. Вот там лагерь варваров. Окей. Теперь там не будет лагеря варваров. Пока отдыхай. Этот археолог может пойти и выкопать там все. Допустим, варвары. Окей. Медрузик тоже варварский, так что как-то не очень хорошо. Хотя, стоп, это... Да, Рим. Если я так поставлю, будет какой-нибудь бонус? Нет? Не ставится? Почему не ставится? Не ясно. Ну ладно. Пофиг. Надо построить немножко рабочих здесь потом будет. Потому что тут много клеток, которые еще можно проапгрейдить. Но это потом. Пока что, наверное, нужно объявить войну. Две джинсовые ткани. Уникальный редкий ресурс на плюс 4 довольства сойдет. Пока что стоит объявить войну Испании. И, может быть, построить космопорт все-таки. Ладно, пусть будет где-нибудь. В Вашингтоне достроилась театральная площадь.
допустим. Тут танк может простаивать пока что. Окей. Ты давай куда-нибудь в Рим. И поехали в войну. Внезапную войну? Да пофиг. А что это абсурдно? ¿Nos estáis declarando la guerra? ¿Acaso ignoráis el poderío de la Armada Invencible? Так, ну где там мои ракетные крейсеры и авианосцы? Против его тяжелых колесниц. Ну, минус город с одного залпа. До города не достает. Авианосец, подойди-ка вот туда. Видимо, до города просто обзора нет нормально. И поэтому не достает. Ну-ка, так. Да, так все достает. Минус половина города. Минус еще половина города. И минус катапульта. Вертолеты, конечно, получат немножко урона. Но пофиг. Пусть получают. Там нет ничего такого, что способно нанести достаточно урона, чтобы этим вертолетам было хоть как-то опасно. А, к тому же, если что, я могу подогнать танк. Он недалеко. Ну, хотя 7 ходов. Нет, он далеко. Увы. Но здесь я все могу взять, в принципе, этими тремя отрядами. То есть крейсер, авианосец и вертолет, чтобы брать сами города. И чтобы светить. Наверное, даже эффективнее было бы не соединять крейсеры в один отряд, а по отдельности ими стрелять, потому что можно больше юнитов убивать за один ход. Что я здесь получу? О, Конго или варвары? Конго. У них еще нет. Древнего мира, древнего мира, древнего мира. Я бы вот это поменял на вот это, например. Да. Бонус получил. Потому что трех разных цивилизаций. Артефакты одного и того же периода. Ну окей. There were 7 wonders in the world, and the discovery of the Terracotta Army, we may say, is the 8th miracle of the world. A good plan violently executed right now is far better than a perfect plan executed next week. Окей. Это мне не очень нужно. Так что ничего не буду менять. Но я возьму что-нибудь еще. В апгрейд. В исследование. Как это назвать? Утраивает туризм от музыкальных шедевров. Это все не нужно. Туризм, культура. Может быть, пригодится. ВВС. Международные торговые пути у меня скоро перестанут существовать. Плюс 10% культуры со значком науки, что? Окей. Ладно, поехали туда куда-нибудь. Культурные технологии тоже скоро закончатся.
Я даже не знаю. Ладно, поехали в стадион. Да, все юниты готовы к повышению. Это как-то хорошо, конечно, но, блин. Потому что теперь всех повышать придется. Как-то я не подумал. Поехал туда. Поехал туда же, наверное. Ты получи повышение. Одна дополнительная ячейка для самолета. Звучит полезно. И надо будет построить еще один самолет где-нибудь, например, в Риме. Вместо этой фигни. Взять и построить еще один бомбардировщик. Сами самолеты. Пофиг. Потом прокачаю. Сейчас нужно бомбить. На всякий случай стоит... Упс. Стоит добомбить, наверное. Чтобы уж точно можно было взять город. Из города можно пострелять немножко. Немножко, да. Ваншот. И потом его изначальную столицу нельзя. Окей. Ну, окей. Печально. Очень печально. Пофиг. Стреляй. Проект. Рынок, не знаю. Мне ничего не нужно там. Я бы его снес, если можно было бы. Ну, конечно же, он меня осуждает. Что ему еще остается делать? Ау. Сойдет. Великий еще кто-то. Писатель. Ну ладно. This writer has been inspired... Черт, здесь достроилось что-то, что я заказывал. Теперь здесь нужно строить что-то другое теперь. Космопорт я уже строю. Так что театральная площадь и где-нибудь... Там, где мне точно ничего не понадобится. Плюс 20 к боевой мощи во всех ситуациях. Звучит полезно. И универсально. Вертолет. Боевая мощь. Писатель. Где я его могу заюзать? Нигде? Видимо, нигде. А, нет, в Конго могу. Сойдет. Так, авианосец может отдыхать. Его самолеты могут продолжать... Хотя... Зачем самолетами бомбить, если можно выстрелить крейсером? И взять вертолетом. Сохранить город? Нет. Танк. А, потому что я его повысил, поэтому он перестал простаивать. А, не-не-не, там есть лагерь варваров, который надо убить. Авианосец можно, наверное, переставить сюда поближе. Крейсер потом тоже можно будет подогнать, чтобы посевели стрелять. Ну это... Вау. Не убьет? Что? Ну хотя бы это убьет. А то как-то бомбардировщики не смогли разбомбить отряд пикинеров. Странно.
Там еще один лагерь воров. Почему их столько? Биржа. А, не, жилье. Не биржа. Пригород. Туда куда-нибудь? А, не, это нужно покупать клетку, чтобы туда куда-нибудь. Тогда туда куда-нибудь. Хотя река. Сюда. Посла. Пофиг. Что оттуда бонус? Торговые пути к любому городу-государству. Пусть будет. Там я не наберу. Тут, ну пусть будет. А, и у меня еще один посол есть. Не знаю, пофиг. Авианосец поближе. Крейсер поближе. Пострелять он не может, потому что я им уже походил до конца. Но зато самолеты могут бомбить. Не очень эффективно. Ну ладно. Ну. Повышение. Наверное, а хотя нет. Тут нет разницы, что брать, потому что и то, и другое мне не сильно поможет. А на следующий левел там из того, из другого можно. Amory Blaine inherited from his mother every trait, except the stray inexpressible few that made him worthwhile. Окей. А, это Великая Библиотека. Вот почему там 4 культуры и 4 туризма. Неплохо. Even though the future seems far away. Окей. А, здесь уже пофиг. Можно продолжать строить танки какие-нибудь. И продвигать их в сторону Бразилии. Тут, я не знаю, биржа пусть строится. Мастерская, да. Здесь лаборатория не помешает когда-нибудь. И еще пиши. Да, здесь нет никаких бонусов, правильно? Видимо, нет. Окей. Поселенцы. Зачем они мне? Не ясно. Пострелять по городу. Побомбить город. Еще разок. И взять город. Nuestros estados. ¿Por qué, señor? ¿Por qué nos has abandonado? И минус Испания. Не сохранять город. Мне и так хватает, в том смысле, что слишком много ходов уходит на то, чтобы с ними что-то там сделать, вместо того, чтобы воевать. Слишком много времени уходит на то, чтобы каждый ход с ними что-то сделать. Я бы и Мадрид снес, но, увы. Ну, теперь осталось...
Я даже не знаю. Под конец я вернусь сюда и надеяться, что он отсюда, с самого краю, достанет до ближайших городов. Может быть, и достанет. Но вообще осталось убить Бразилию. This earth is a gift, and it is important that we protect it. I recommend we establish a national park. Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal. Так, что я получил только что? Плюс одна единица, точнее, одна единица стратегического ресурса позволяет покупать и производить любые связанные с ним юниты в любом городе. И все. Окей, пофиг. У меня хватает ресурсов. Проект. Еще больше всякой боевой техники. Здесь. Здесь я много чего могу сделать. Пригород пригодился бы где-нибудь. Например, вот там. А, там это не... Так, это не территория этого города, но это легко исправить. Или нет, это территория этого города. Черт, я не могу построить пригород на артефакте. Какого хрена? Что-нибудь еще есть? Ну, бани это не то. А больше ничего не дает мне жилья. Стоунхендж я могу построить, потому что я снес какой-то город, где он был, видимо. А жилье здесь не помешает. Ладно. Сойдет. Посла. Пофиг, чтобы все бонусы получить. И вертолет, наверное, остается с варварами разбираться в этом регионе. Ракетный крейсер уже не нужен. Разве что тоже с варварами разбираться. Потому что у Бразилии у них есть... Города на берегу, но это на берегу внутреннего моря, до которого я не достану отсюда. Так что крейсер пусть стоит на входе в залив и простаивает вечно. Авианосец будет бомбить варваров. Идеально. Ну ладно. В принципе, мне не нужно больше строить войска, потому что того, что у меня есть, вполне хватит, чтобы просто пройтись, все здесь вынести, включая все города взять. Сначала взять, потом их разорить. Все города государства тоже снести при желании. И вообще все, что осталось на карте, чтобы вынести, мне хватит моей армии. Так что, наверное, я в ближайшем будущем... А, вот там еще лагерь варваров. В ближайшем будущем я этим и займусь. Но, наверное, это все будет в следующий раз уже. Сегодня, конечно, короткое видео получается, но слегка пора заканчивать. Потому что у меня по времени всякая фигня. Ну и, как бы, основной своей цели я добился в этом видео. Я победил Испанию. В следующем видео просто войну сразу и... проехать до края континента. И вынести все. Наверное, так. Что там доделалось? Театральная площадь. Амфитеатр. Пофиг. Ладно, тогда на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.